Всем хай, это Юрец АК Огурец. Ну что, впереди первый выезд сезона, и мы подготовили для вас кое-что интересненькое. Тяжело поддерживать любимую команду на выезде. Чужой город, дорога, расходы. Именно поэтому в воскресенье в первом выездном матче сезона мы разыграем не мяч и не абонемент. Мы разыграем деньги. Вот эта сумма будет спрятана рядом со стадионом в Городее. Мы пока сами не знаем, где именно. Примерно за час до начала матча в наших социальных сетях, ссылка будет в описании, будет опубликовано видео, на котором показано место с тайником, где лежит данная денежка. Где карта, Билли? Нам нужна карта. Все, что от вас требуется, это внимательно следить за нашими социальными сетями. Ссылка в описании. Давайте еще раз. Примерно за час до начала матча Городея Динамо Минск в ближайшее воскресенье в наших социальных сетях будет опубликовано видео, на котором показано место с тайником. Деньги будут вот в такой колбе. Место будет где-то рядом со стадионом в Городее, недалеко. Все, что от вас требуется, внимательно следить за нашими социальными сетями. Да. Примерно как в передаче «Орел и Решка». Чтобы не пропустить видео, вам нужно всего лишь подписаться на наш канал и поставить уведомление о новых видео. Там есть такой колокольчик. Следите за нами в YouTube, а также Viber, Instagram, Twitter и другие социальные сети. Увидимся в Городее. Скажу по секрету, такие тайники будут в каждом выездном матче сезона. Не упустите свой шанс.